Совершенно новая по форме монета подкова. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, профкачество имеет номинал 100 тенге. Монета сложной формы, по контуру напоминающая подкову. Такой в коллекции памятных и инвестиционных монет Национального банка еще не было. 31,1 граммов, выпущенная 4 марта этого года, 2016 года. Всем известно, что подкова – это древняя и известная как талисман, который приносящий в дом удачу, доброту, богатство. Монета имеет сложную форму, напоминающую подкову. Тиражом 6 тысяч штук. Необычную форму четырехгранника имеет и монета-подвеска из серии «Сокровища степи». Выпущенная тиражом 3000 штук, монета весит чуть больше 31 грамма. Особым спросом у нумизматов пользуется биколорная монета «Венера-10», внутренний диск который изготовлен из тантала с применением технологии изменения его цвета на пурпурный, внешние кольца из серебра. Вложение собственных средств в такие монеты порой выгоднее банковских вкладов, уверяют специалисты. Все наши монеты, коллекционные и инвестиционные монеты, принимаются филиалом Национального банка Республики Казахстан. Они выкупаются у нас, то есть по уточному фиксингу учитывается цена серебра или золота, также по стоимости на этот день доллара. К слову, памятные серебряные монеты профкачества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Нумизматы могут приобрести монеты в филиалах Национального банка Республики Казахстан.